Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Сегодня я 8 часов, уже на море, 32 градуса. Как показывают здесь, не чувствуется больше. Доброе утро, мои друзья! Пришла я кайфовать. Людей уже поменьше. Уборка идет. Шезлонг уже будет платно. Покажу вам морюшко. Морюшко сегодня такое, с волнами. Да ничего страшного. Говорят, здесь с утра с 5 до 7 около 100 человек. Настолько переполнено. Меньше народу, больше кислорода. Пошла купаться. Вчера мне подписчица написала в Инстаграме: Светочка, у нас нету, говорит, моря. Я говорю, смотрите мои видео и наслаждайтесь, как будто вы купаетесь. Буду вам снимать. Светлана то огород показывает, помидоры, цветы, то море. Одно и то же, да, друзья мои? Для кого-то одно и то же. Стараюсь для вас, стараюсь. Любимый Веран Шахир, как же я скучала без тебя. Солнышко что-то спряталось, и мне нету времени столько находиться на море. Пошла я домой, друзья мои. Всем доброго утра, друзья мои. Очередной день. Бегу на море. И вот хочу бросить кораблик свой. Негатив, обиды, страхи. И смотрю на это красивое чудо, чудо, много чудес. Все они вот спят же в начале там, да, на набережной возле моря. И все направляются сейчас домой, до дома, до хаты, и весь день проводят там. Как интересно, знают, что их там кормят. Стадами. Вот. Вот. Ой, красоточки. В деревне цветочки, а в Мерсине гуси. Это предваритель их. Общаются же еще как-то, да, между собой. Жизнь гусячая, жизнь кошачья. Боже, какие мы счастливые, что мы человеки, люди. Мы пока горячие новости, как горячие пирожки продаются, да? Вот этот мой не молодой человек, а такой... Сейчас мне предложил поговорить с ним, вы понимаете? Ну, я ему так резко ответила, что он летит прочь из моей жизни. Я как-то не обратила внимания, когда пришла на море, покупалась. Какое-то внимание было от него. Мне что-то это не понравилось и отпустила. Я быстренько выпила кофе, сама слушаю аудиокнигу Вадима Зеланда. И захотелось мне вот прийти вот сюда и просто посидеть и послушать, да. И тут вдруг он стоит над головой и цветочек мне дает. Я сказала, нет необходимости цветочек. Начал что-то говорить. Можно, говорит, с вами пообщаться? Я сказала, со мной пообщаться нельзя. Я замужем, я сколько здесь лет живу и такие вещи ненавижу. И все. Пошел прочь. Вы знаете, да, все, конечно, зависит от женщины, хочет она или нет, но вот сейчас у меня в данный момент что произошло, если посмотреть на практике транссерфинга. Вот настоящий пример могу объяснить вам простым языком. Маятник, деструктивный маятник пытался меня привлечь к себе и по-хорошему, но в строгой форме я просто его игнорировала. И что он сделал? Он пошел прочь. Он прекратил попытки вторжения на мою территорию. И все. И нужно просто отпустить и не тратить энергию. Вот вам сейчас расскажу.
и забуду про этом инциденте. Поэтому, мои дорогие, не позволяйте деструктивным маятникам вмешиваться на вашу территорию, если вы их не хотите видеть их в своей жизни. Иногда можно это ласковым словом сказать. Вот я, когда он мне предложил цветочек, я сказала: нет необходимости, спасибо. Он сделал вторую попытку. И тут я уже применила строгость, повышение голоса, и на него это подействовало, и все. Вот так действует трансерфинг реальности, и поверьте, если вы будете все держать под контролем, особенно свои эмоции, то у вас не останется ничего плохого в вас, и у вас будет только положительная энергия. И поэтому начинайте свой день с улыбки, смотрите в зеркало, смотрите вокруг, насколько прекрасен мир. Даже если у вас нету этого моря, нету солнца, дождь идет, но увидьте в нем прелесть в этом дожде. Ведь после дождя появится радуга, а сейчас в эту жаркую погоду он принесет прохладу какую-то. Посмотрите просто, вглянитесь сам этот дождь, в эти капельки дождя, насколько он прекрасен. И когда ваша душа и разум будут на одном балансе, вот тогда будут происходить чудеса. Не позволяйте вестись на маятники. Маятники, что это такое? Это те люди, которые хотят нанести вам моральный вред. Это так называется. Поэтому вообще игнорируйте везде, будьте спокойнее, улыбайтесь, у вас будет жизнь меняться. Элементарно, если вы пойдете там в магазин, и кто-то вне очереди прорвется, не вступайте в конфликт с этим человеком, его и так все вернется бумерангом. А вы примите это должен, но пускай пройдет один человек, еще постоите. Значит, Вселенная вам что-то готовит сюрприз. Если вы это примете с благодарностью, значит, это должно было быть так, чтобы вы еще постояли там. Значит, что-то хорошее вас ждет. Вы понимаете? В каждом случае, в каждой ситуации ищите положительное, что вас ждет что-то необыкновенное, хорошее, мои дорогие. Работайте над собой, жизнь меняется. У меня в последние дни, видно, полнолуние действует на моего мужа, но вот он беспокоится по каждым мелочам. Когда мы мыли балкон, то я не так шланг сделала, то я не так стул поставила. И что вы думаете, раньше я бы ответила ему в грубой форме, и все. Сейчас я реагирую это как на должное. Он маятник деструктивный, который свою энергию хочет выпустить на меня. И если я отреагирую на него, то он заберет от меня энергию мою. А зачем это, когда моя энергия нужна на исполнение моих целей? И вот после каких-то таких попыток моего молчания, и тамам, я говорю: хорошо, убираю молча, делаю, что ему не нравится. Я его погасила полностью. Его негатив ушел и выплыл. И каждый день у нас происходит вот сейчас какой-то вот именно сейчас три планеты встречаются: Уран, Сатурн и Венера. И какие-то бомбические происходят изменения в мире. И нужно гасить негатив со всех сторон. Понимаете, учитесь гасить негатив со всех сторон. Не обращайте ни на что внимания. В одно ухо зашло, в другое вышло. Вы выйдете победителем. Поверьте мне, мои дорогие зрители. Вот с вами каждый раз пытаюсь пообщаться, что-то рассказать новое, поделиться от всего сердца. Потому что хочу, чтобы ваша жизнь менялась тоже. Чтобы вы, очень много людей, моих подписчиков, и также, которые стали моими бизнес-партнерами, я делюсь с ними этой техникой трансерфинг реальности. У них нет времени читать, слушать, но вот эти мои какие-то напутствия, изречения, голосовые сообщения,
меняют их. Я вижу, как люди меняются, с какими словами, какими сообщениями, какие слова, какие сообщения они мне посылали раньше и какие сейчас. Они всем довольны то, что происходит в их жизни. Нет вообще негатива. И действительно, каждый день приносит им что-то хорошее. Так что, мои дорогие, очень рада, если вам понравится это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вам нравится моя тема общения в такой форме, на фоне такого красивого города, даже на фоне того красивого огорода. Благодарю этих насекомых, что меня покусали, да? Значит, этому должно было случиться, и это очередное испытание. И вот я ловлю себя на мысли сейчас, оно бы давно, наверное, прекратилось, если бы я не транслировала это во внешний мир. Покусали зуб, но исправляюсь, все отлично, все хорошо, так все должно было быть. И будем действовать дальше. Моя одна знакомая, бизнес-партнер, Настенька, мне сейчас посоветовала помазать это йодом. И вот не надо, говорит, никакие средства покупать, ничего, йод тебе поможет. Вот сейчас прибегу, я даже, знаете, душ не приняла, чтобы морская вода еще подействовала на моей коже. И сейчас хочу пойти домой, мои дорогие, и приму тогда душ, намажусь и все. Я также взяла с собой рисование, но лучше я это сделаю дома, прям душа требует порисовать благодарность, а также отпустить как раз сейчас третьи сутки, вообще до полулуния, отпускайте негатив во Вселенную. Я так благодарна, что я обучилась этим всем наукам, и благодарна моей подписчице, которая мне порекомендовала этот трансерфинг реальности. Благодарю вас, моя дорогая. Напишите мне, если вы меня смотрите. Я бы очень хотела бы с вами лично пообщаться по телефону и выразить вам свою благодарность. Я, к сожалению, забыла имя и фамилия, и все. Найдите меня, моя дорогая, моя милая, замечательный человечек, который помог мне еще раз по-другому, иначе посмотреть на этот мир, на этот прекрасный мир, и научить меня правильно загадывать желания, намеривать свои цели, именно намеривать. Я просто обожаю Вадима Зеланда, слушаю его. Конечно, я была бы очень довольна, если бы эту книгу я бы почитала. К сожалению, в Турции нету такой возможности. Но я надеюсь, что эта книга будет у меня в руках, там несколько книг, и я прочитаю ее вживую. Просто это как Библия, равносильно Библии, настолько она важна для меня. Сейчас я слушаю ее аудио, какие-то полного формата уже нету почему-то, не могу найти полностью, а видео по 10-15 минут попадаются в YouTube и слушаю по несколько раз. Спасибо, мои дорогие зрители. Всем пока. До связи. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.